Ты в порядке? Джо Хэн, кое-что случилось. Что? В чем дело? Зачем нас собрали? Не знаете? Что вообще происходит? Прошу прощения за то, что созвал вас всех в столь поздний час. В компании возникла проблема. Гуюй. Айсы прорекламировал наше вино в прямом эфире, и сейчас вино Сюйнун на первом месте в поисках. Дистрибьюторы делают уйму заказов. Это хорошая новость. Гуи, свяжись с Айсы и обсуди наше сотрудничество. Директор Ма, вы возглавите команду, чтобы удовлетворить потребности. Лин Сюйнун, ты будешь отвечать за контроль производства. Вся наша компания будет работать сообща, чтобы поддерживать производство и объемы. От этого зависит репутация компании. Спасибо всем. Проснись. Наконец-то ты пришла. С ума сошел, с этой трансляцией ты ничего не получишь. У меня и так деньжат навалом. Контракт всего лишь формальность. Я могу быть вашим представителем бесплатно. Просто реши мои проблемы. Вот что ты должна сделать. Не факт, что мои советы помогут вернуть ее. Может, тебе лучше обратиться к психологу? Ни за что. Кроме нас с тобой, никто не должен знать. Если говоришь мне, скажешь и другим. Это слишком личное. Я не могу рассказать об этом другим. Ты мой единственный слушатель. Присядь. Я тебе так скажу, лучше забудь ее. Для нее ты всего лишь запасной вариант, мужчина без принципов, подлиза. У вас двоих ничего не получится. Но я же красавчик и к тому же очень богатый. Как я могу быть запасным вариантом? В глубине души ты все прекрасно знаешь, просто не хочешь признать это. Похоже, продажи вино Сюйнун увеличились. Нам следует создать подарочную упаковку для пиара. Что скажете? Производственные линии нашей компании очень качественные. Надеюсь на сотрудничество. Хорошо. Мне нравится этот цвет. А мне лично нравится этот цвет. А как насчет синего цвета? Что скажешь? Такая коробка будет выглядеть солидно и красиво. Остановимся на этом дизайне. Такой вариант прекрасно подойдет для вино Сюйнун. Эта упаковка тоже? Еще недавно их компания была на грани банкротства, а теперь обогнала мою. Я заплатил тебе кучу денег. А ты что натворил? Собирай вещи и выметайся. Лин Сюйнун. Алло. Я хочу слить информацию. Свяжи меня со всеми известными блогерами. Неважно, сколько это будет стоить. Пусть об этом узнают все. Кто-то в интернете портит репутацию вино Сюйнун, якобы реклама из-за вашего романа с Айсом. Айс опубликовал несколько романтических видео о нас. Люди в интернете теперь говорят, что ты морочишь голову Айсу, а сама пристаешь к господину Джоу. Это же кибербуллинг. Они слишком высокого мнения обо мне. Думают, я могу манипулировать несколькими мужчинами. Для этого нужно постараться. Да ладно тебе, не беспокойся. Смотри, какие милые цветы я купила. Миленько же, правда? Это тебе. Подожди, подожди. Лин Сюйнун. Это точно ты?
Обычно ты бы уже плакала, но почему сегодня спокойно? Отныне я буду заботиться только о тех, кого люблю и кто любит меня. А мнение остальных меня не волнует. Кроме того, репутация Вино Сюэнун сейчас лучше, как никогда. В крайнем случае, я отключу интернет и буду заниматься работой. А хейтеры пусть думают, что хотят. Мне все равно. Я не буду отвечать. Ты правда решила не отвечать? Смотри на меня. Ты уверена? Да. Хорошо, разберусь с этим. Гуюй, куда ты идешь? Гуюй! Ему не обязательно отвечать. Зачем проводить трансляцию? Вообще-то, это не совсем моя идея. Просто смотри. Так, приготовились. Все по местам. 3, 2, 1, начали. Всем привет. Сегодня я хотел бы рассказать вам правду о своих отношениях с Лин Сюэнун. На самом деле мы не пара. Нас связывают деловые отношения. Мы даже не друзья. Ранее я опубликовал романтические видео на своем аккаунте. Той девушкой была она. Однако, я делал все это, чтобы скрыть личность моей настоящей девушки. Папарацци случайно сфотографировали меня и Лин Сюэнун вместе, поэтому я попросил ее притвориться. Но я не понимал, что мой поступок негативно скажется на ее репутации. Я хочу искренне извиниться перед моей публикой. Что он здесь делает? Здравствуйте, меня зовут Джоу Хан. В сети ходят слухи, что Лин Сюэ пристала ко мне и использует в личных целях. Это полная чушь. Мы в серьезных отношениях. Лин Сюэнун та, с кем я хочу связать свою жизнь. Лин Сюэнун та, с кем я желаю связать свою жизнь. Когда у тебя появился парень? Когда свадьба? Привет, чем занимаешься? Как дела на работе? Как дела? Это я. Что такое? Это ты виноват. Теперь все мои соседи и друзья, с которыми я давно не общалась, расспрашивают меня о твоем признании. Но я сказал правду. Это только между нами. Не нужно, чтобы другие знали. А теперь все знают. Ты... Ты собираешься отказаться от своих принципов? Я готов отказаться от своих принципов. Откажись и ты от своих, ладно?
что такое? У меня ЧП. Хочешь, я пойду с тобой? Речь идет о моем арендаторе. Мне нужно пойти одной. Давай в другой раз. Хорошо. Все, я больше не запасной вариант. Это так круто. А я смотрю, ты полон энергии. Это из-за расставания. Да, поздравляю. Похоже, ты снова становишься самим собой. Кстати, спасибо за помощь. Вчера ты очень выручил мою подругу. Пустяки. Я не люблю ходить в должниках. Теперь Лин Сюэнун больше не буду донимать. В будущем. Отыщи ту, кто будет искренне ценить тебя. Хорошо. Когда ты была маленькой. Вечно пьяный. Проваливай отсюда. Простите, простите. Сестра Лень, а ты молодчинка. Кто бы мог подумать? Господин Джоу такой влюбленный. Расскажи нам, как вы с ним сошлись? Все, довольно. Хватит сплетен. Сегодня вечером Лин Сюэнун угостит нас ужином и расскажет все подробности. Отличная идея. Хорошо. Господин Джоу, в последнее время вы много трудились. В выходные едем в спа-отель. Ура! Там с документами все в порядке? Идите, разберитесь. Пойдемте, мы уходим. Не будем вам мешать. Как все прошло? Нужна моя помощь? Я все уладила. Смогу ли я сделать его счастливым? Что же я делаю? Неужели я правда готова отказаться от своих принципов, чтобы быть вместе с ним? Что такое? В последнее время ты не в духе. Я? Меня повысили, и я получила прибавку. С чего грустить? Перед тем, как мы начнем, я хочу представить нашего таинственного гостя. Благодаря его помощи, вино Сюэнун смогло завоевать рынок. Давайте поприветствуем Айса.
Давай забудем прошлые обиды. Теперь у нас с тобой есть секреты. Рад нашему сотрудничеству. Выпьешь. Наконец-то я тебя нашел. Почему не отвечаешь? У тебя все наладилось. Моя работа выполнена. А что, не можем поболтать? О чем мне с ним говорить? Ты меня ненавидишь? Ненавидишь, да? Ненавидишь? Да. Ненавижу тебя. А мне ты нравишься. Ты как? Я счастлива. Наконец-то мы с тобой можем побыть наедине. Это наше памятное место. Ничего подобного. Так стыдно. Действительно стыдно. Стыдно до такой степени, что твои глаза аж сверкают. Нет, не говори ерунды. Ты всегда должна отвечать на мои сообщения. Не игнорируй меня. Не смей мне приказывать. Иди сюда. В следующем месяце у тебя день рождения, но я никогда не дарил девушкам подарки. Сколько бы ни ломал голову, не знаю, что тебе подарить. Мне ничего не нужно. Я хочу только... Только после свадьбы. Ладно, не буду больше шутить. Скажи, а ты правда до меня ни с кем не встречался? Я серьезно отношусь к отношениям. И выберу только ту, что предначертана мне судьбой. А ты можешь рассказать мне побольше о своем прошлом? Я хочу знать о тебе все. На самом деле, у меня есть секрет. Алло? Что? Что? Папа, что произошло? Ты не поранился? Ты в порядке? Все еще куришь? Ты чуть не убил нас. Простите, тетя, мне очень жаль, правда жаль. Да что же ты за дочь такая? Твой отец в таком состоянии. У тебя есть совесть? Тетя, извините за беспокойство. Папа, ты в порядке? Как ты? Господин Линь.
Ты был прав. Я слабая. И порой мне хочется сбежать. Но... из-за моего отца надо мной постоянно глумятся. Я не хотела, чтобы это повторилось. Почему не рассказала? Я не знала, как начать разговор. Я не хочу, чтобы ты нес мое бремя на своих плечах. Потому что ты слишком добр ко мне. Прости. Я не должна была скрывать. Сиэнун. Сиэнун. Уходи. Я не уйду. Уходи. Я не хочу чувствовать стыд. Эй, Сиэнун. Господин Чоу давно не появляется на работе, а мне нужно подписать документы. Ты не знаешь, что с ним? Спросите у секретаря. Я не знаю, что происходит с ним. Сиэнун. Господин Чоу давно не появляется на работе. Нужно подписать документы. Не знаешь, где он? Спросите у секретаря. Я не знаю, что с ним. Почему не отвечаешь на звонки? Ты меня игнорируешь? Не вижу смысла в нашем общении. Та ночь была ошибкой. Уяснил? Не преследуй меня. Ошибка? То есть я для тебя ошибка? Девчонки, Ай снова заглянул в нашу компанию. Я твоя фанатка. Давай сделаем селфи. Ты мне нравишься. Можно твой автограф? Ты такой красавчик. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! За здоровье! За здоровье! Твое здоровье! С днем рождения тебя. Позаботьтесь о ней, я пойду. Хорошо.
Что ты здесь делаешь? Вчера был твой день рождения. Я приготовил для тебя особый подарок. Это дело сложное. Пока я не буду полностью уверен, я не могу тебе все рассказать. Не хотел давать ложные надежды. Что с твоей рукой? Сначала пойдем со мной в одно место, и тогда все узнаешь. Пошли. Заходи. Ты... Вы Лин Сиэнун? Вашего отца сильная зависимость от алкоголя. К счастью, господин Джоу привез его. Мы использовали лекарства и психологическую терапию. Сейчас состояние вашего отца стабильное. Он скоро проснется. Вы можете поговорить с ним. Спасибо, доктор. Так значит, твоя рука? В сравнении с такой мелочью, это господин Линь решился на огромный шаг. Он правда хотел бросить пить ради тебя. Он перестал упрямиться и согласился на лечение. Подойди к нему. Сиэнун. Папа. Медленнее. Посмотри на меня. Гляди, какой я бодрый. Мой папа скоро вернется. Он пошел за вкусняшками для меня. Что случилось? Ты не рада? Нет, я просто не могу вспомнить, когда в последний раз видела тебя трезвым. Сиэнун. Я ужасный отец. Прости меня. На самом деле, я ненавижу себя. Почему я еще жив? Я брошу пить. И буду хорошим отцом. Хорошо? Дочурка.